В семье появилась универсальная детская площадка для активного досуга. Она установлена на территории школы номер 22. Площадка стала одной из трех аналогичных, установленных в Восточно-Казахстанской области. Проект реализован при поддержке Фонда развития социальных проектов «Самрук Казана Траст». В канун международного детского праздника в семье открыта новая многофункциональная спортивная площадка. Установить ее решено было в Левобережье на территории школы номер 22, расположенной в большом жилом микрорайоне. Открытие площадки состоялось при участии акима города Ермака Салимова. Кто вас делает там? Поздравляю всех. Дети здесь играют уже вовсю. У многих есть медали. Пусть эта площадка станет не только местом досуга, но и тренировки, чтобы из этих детей выросли чемпионы. Всем желаю всего хорошего и встречаться только по таким добрым событиям. Универсальная спортивная и детская игровая площадка занимает территорию в 1280 квадратных метров и состоит из трех зон – футбольного поля, детской площадки и тренажеров «Workout». Футбольное поле зимой может трансформироваться в хоккейный корт. Игровые поля застелены искусственным газоном, а детская и тренажерные зоны – травмобезопасным бесшовным покрытием из резиновой крошки «Тартан». Площадка установлена при поддержке Фонда развития социальных проектов «Самрук Казана Траст». В целом мы надеемся, что эти детские игровые площадки станут центром притяжения родителей, детей, школьников, тинейджеров, всех-всех-всех возрастов детей, которые смогут здесь правильно проводить свое время, заниматься спортом. В целом средняя стоимость этой площадки – это порядка 58 миллионов тенге. В городе Семей одна, в Восточно-Казахстанской области всего будет три, дополнительно в Аягозе и в Актугае. Инициаторы проекта надеются, что новый комплекс на открытом воздухе заинтересует жителей близлежащих районов, в особенности молодежь, и позволит детям и подросткам реализовать свой спортивный потенциал. И мы пришли сегодня на открытие спортивной и игровой детской площадки. Мы, дети, лично благодарим. Да, мы будем здесь играть. Когда учебное время, как сказать, кончается, и мы будем приходить сюда часто, потому что дети, им нравится играть на площадке и развиваться. Я житель этого района и очень рада открытию этой площадки, долгожданной вокруг. У нас нету таких площадок замечательных, чтобы детки наши играли. Мы очень рады этой площадке. Спасибо вам за площадку. Побольше таких площадок вокруг. В дальнейшем площадка будет передана на баланс местных исполнительных органов для обеспечения сохранности и поддержания функциональности. Отметим, что такие площадки устанавливаются в рамках программы «Менен елим». Сауле Байгалиева, Кайрат Кужахметов, телеканал «Семей».